Всем здравствуйте! Сегодня мы займемся заготовкой на зиму грушевого повидла. Для приготовления нам понадобятся груши и сахар. Сорт груш не имеет никакого значения. Для начала займемся подготовкой груш. Чаще всего у груш очень толстая шкура. Для того, чтобы получить однородное по консистенции и нежное повидло, шкурку желательно срезать. Срезаем шкуру. И, удаляя сердцевинку, нарезаем грушу небольшими кусочками. Теперь порезанные груши нужно взвесить. У меня получилось нарезанных груш килограмм 300 грамм. Теперь к вопросу о сахаре. У нас на Дальнем Востоке груши терпкие и кислые. Они не вызревают, поэтому сахара в них мало. Я использую сахар обычно из расчета 1 к 1. То есть на килограмм 300 грамм груш я возьму килограмм 300 грамм сахара. Если вы варите повидло из западных груш, естественно, они сладкие, то сахара можно взять из расчета на килограмм очищенных груш полкилограмма сахара. Насыпаем в груши примерно 300 грамм сахара. Сахар сейчас сыпем лишь для того, чтобы он вытянул сок из груш. Перемешиваем все и оставляем груши в покое на несколько часов, чтобы растворился сахар и груши выпустили сок. Когда груши дадут много сока, ставим кастрюлю с грушами на плиту, помешивая, доводим груши до кипения и варим их минут 5-7 для того, чтобы груши стали мягкими. Когда груши хорошо проварятся, пюрируем их при помощи блендера. Если блендера нет, то груши можно пропустить через мясорубку. Готовую грушевую пульпу переливаем в широкий эмалированный таз. Чем шире таз, тем быстрее уварится у нас повидло. Добавляем остатки сахара, все хорошо перемешиваем, ставим таз на медленный огонь и увариваем до состояния повидла. Повидло нужно будет периодически помешивать и будьте очень аккуратными, так как во время уваривания повидло может, булькает и стреляется. Помешивая, увариваем груши до состояния повидла. Уваривание повидла требует довольно-таки много времени. Если вы не располагаете большим количеством времени, то уваривать повидло можно в несколько этапов. Чуть-чуть уварили, отставили. Когда появится снова свободное время, можно еще его поуваривать. Когда повидло достаточно уварится, густоту повидла каждый определяет для себя сам. Раскладываем повидло в чистые сухие банки. Когда я заготавливаю варенье или повидло горячим розливом, банки я не стерилизую. Достаточно хорошо вымыть и высушить. Горячее повидло жидковатое, когда оно остынет, оно загустеет. Банки с повидлом закрываем крышками. Можно использовать такие баночки с закручивающимися крышками, можно законсервировать просто при помощи крышек металлических для консервации или закрыть банки капроновыми крышками. Когда повидло остынет, отправляем его на хранение. Повидло это очень хорошо хранится при комнатной температуре. Я надеюсь, что вам понравится такое грушевое повидло. У меня на этом все. Всем пока-пока!